Еще в 45-м году в свое время, или в 44-м, не помню точно, при переговорах, при очередных переговорах глав союзников во время Второй мировой войны, и Черчилль робко сказал, что надо же еще вот учесть в Италии интересы римского папы. Сталин спокойно вынул трубку изо рта и так очень заинтересованно и удивленно спросил: папа, а сколько у него дивизий? Вот это вот определяло, даже в 45-м году. Но сегодня, в 2016 году, ни папа, ни восточные православные патриархи никакими ни дивизиями, никакими, так сказать, как бы своими интересами и своими намерениями не присутствуют в политической жизни земного шара. Это не может не заботить и ту половину, католическую половину христианского человечества, и нашу православную.